На льду кипят недетские страсти. За звание лучшей борются команды «Чайка» и «Союз». Ребятам не больше 13 лет, но они уже играют как профессиональные спортсмены. Итог трех периодов. Победа команды Красноглинского района «Чайка». 2-1! Ура! Радость не только для меня, как руководителя, как и для ребят. Они просто счастливы. Вот. Игра получилась равная, напряженная. Я думаю, что нам немножко повезло побольше. Но везет сильнейшим, и мы сегодня победили. Всего в городском этапе чемпионата «Золотая шайба» состоялось 28 игр. В нем приняли участие команды внутригородских районов в трех возрастных группах. Несмотря на пандемию, к соревнованиям юные спортсмены готовились ответственно. Хоккей интересный, красивый. То есть ребята знают, в какую игру они играют. То есть если сравнить с профессионалами, то есть занимают правильные позиции, отдают хорошие пасы. Вратарская подготовка очень хорошая. Победители и призеры соревнований получили медали, кубки и дипломы. Команда-победитель поборется за золото на областном этапе «Золотой шайбы», который пройдет в феврале. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.